Тем временем в чемпионате Федерации Северодвинска по мини-футболу еще ничего не ясно, хотя после двух сыгранных матчей отрыв «Океана» увеличился. В отличие от областного турнира, в городском у «Звездочки» не так все гладко, и погоня за командой «Океан» идет с переменным успехом, что и доказал воскресный матч против команды МЧС. Матч получился результативным, по хэт-трику оформили Павел Терехов и Максим Орехов. А финальный свисток зафиксировал ничью 6-6. Накануне «Звездочка» сыграла с подопечными Николая Кулаковского, «Севмаш» не смог дать достойного сопротивления и уступил со счетом 2-7. Ближайший матч состоится 16 марта, «Севмаш» примет команду МЧС.